Добрый день, дорогие друзья, добрый день, партнеры, добрый день, случайный зритель, добрый день, любители качественной садово-парковой техники. Сегодня вашему вниманию компания Holzforma предлагает замечательные бензорезы модели GC790 и с разными дисками на 350 мм и на 400 мм. Вот, собственно, вся разница. И разница еще небольшая в весе, прибавляет диск, всего лишь 100 грамм. Для чего нужны бензорезы? Во-первых, роняйте слюни те, кто ушли с российского рынка. Компания Holzforma предлагает одни из лучших бензорезов сейчас в России. Это вот что я хотел сказать. Во-вторых, бензорезы нужны для того, чтобы само название «рез» — это значит резать бетон, асфальт, металл, все в зависимости от диска. Итак, первое, на чем я остановлюсь, это, естественно, на то, что машины профессиональные. Машины предназначены для работы 24/7 в суровых условиях, в российских стройках, российских дорогах. В общем, машины крутые. На примере GC790 с 350 диском я сейчас и буду делать обзор. Итак, погнали. GC790 – профессиональный бензорез. Еще раз повторюсь, бензорезы нам нужны для того, чтобы резать асфальт, резать бетон, пенобетон, без разницы. Если ставим диск по металлу, режем металл. Естественно, он идет на двухтактном двигателе, профессиональном, от компании Holzforma. Масло с бензином смешивается, то есть идет топливная смесь, 92-й бензин с маслом для двухтактных двигателей. Двигатель здесь мощный, стоит на 74 кубических сантиметра объемов и мощностью в 4,8 лошади. Как я уже сказал, мы будем рассматривать бензорез с 350 диском, то есть диск на 350 мм. Посадка у этого бензореза идет как на 25,4, так и на 20 см. Шайба меняется. Друзья, ну и, конечно же, сейчас буду говорить про основные фишки и преимущества его. Первое, что хочу сказать, что бензорез при всей своей мощи и крутости весит всего лишь 10 килограмм. Глубина реза данной модели составляет 125 мм, а модель с 400-м диском глубина реза будет составлять 145 мм. Бензорез оборудован системой антивибрации, легкого пуска, а также есть функция мокрой резки. Антивибрационная система снижает вибрацию на рукоятках резчика, поэтому удерживать их удобнее и работать можно дольше. Расстояние между рукоятками достаточное, чтобы сделать рабочее положение пользователя более удобным. Это наряду с новым конструкторским решением позволило максимально приблизить центр тяжести машины к оператору, что облегчает работу и управление резчиком. Герметичная трансмиссия снижает риск проскальзывания и преждевременного износа двигателя. В машине присутствует декомпрессионный клапан. Простота пуска обеспечивается декомпрессионным клапаном и продувкой воздуха. Про ремень отдельно хочу остановиться, потому что он обеспечивает лучшую передачу мощности, реже требует повторного натяжения, значительно удлиняет срок службы изделия. Ну и, конечно, остановлюсь, так как все работают, естественно, в пыли, это пылезащитное стартерное устройство бензореза с закрытыми возвратной пружиной и подшипником шкива. Устройство оснащено шнуром стартера со значительно повышенной износостойкостью. Это практически устраняет необходимость обслуживания стартера и повышает надежность. Итак, в общем, разница в этих замечательных машинах только в диске. Здесь идет 350-й диск, здесь 400-й. Все. Ну и разница немножко в весе, 100 грамм. Так как диск побольше, на 100 грамм веса прибавляется в этой машине. Также идут водные подводки, то есть можно работать с водой, чтобы было меньше пыли. Двигатели одинаковые, антивибрационные системы одинаковые, стартера тоже. В общем, модели абсолютно идентичны. Также идентична их комплектация. Ну, во-первых, идет два фильтра запасных. Это очень важно. Система здесь фильтрации очень крутая. Также идет канистра для смеси 92-го бензина с маслом для двухтактных двигателей. Так что не запутайтесь. Очень круто, что в каждой машине идет запасной ремень. Это уже классно. Вам не нужно будет заморачиваться и искать где-то на них ремни. Второй в комплекте. Также идет и ремкомплект, ну и, естественно, инструкции на русском. И там все русским по белому написано. Если вы ни разу не работали бензорезом, ну и даже если работали, обязательно читайте инструкцию. В общем, машины классные, машины профессиональные. Обязательно обратите на них внимание. Ну и, конечно, по необходимости приобретайте. Машины однозначно того стоят. Я вам желаю счастья, любви и удачи. Пока!